Здесь необходимо еще дополнительные постановления, что у нас эти сети все затрагивают по всем странам и республикам, потому что ГЭС, ГРЭС, атомные станции, они все сетевые, проходят трубопроводы, затрагивают все территории и завязываются в кольцевые снабженческие сети. Поэтому это первый источник, с чего нам необходимо, скажем, приступить к национализации нашего народного хозяйства, нашей отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Вот. Далее, что касается, значит, приведения в соответствие всех сетей, значит, мы однозначно убираем все управляющие предприятия, которые были с помощью господина Чубайса, значит, приведены. Мы однозначно у них просто изымаем, потому как никаких здесь не может быть торгов по реализации всего хозяйства Советского Союза. Это все принадлежит народу, и мы должны его восстановить. Значит, все промежуточные сети мы убираем, все управленческие структуры, которые были, так сказать, приведены, мы также убираем. Приводим в соответствие сети по, значит, чтобы не было никаких дополнительных расходов по содержанию административного управленческого персонала. Значит, в связи с этим будут пересмотрены все тарифы, так как они на данный момент все утроенные, удвоенные, потому что содержание всех административных персоналов, настроенных на сетях, они все тянут в копеечку содержание этих сетей. Что касается